Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. Отличная погода сегодня, друзья. Сегодня днем плюс 17 градусов. С утра сильный туман был. Мы даже ждали, чтобы поехать в магазин. Ждали где-то до 10 часов. Но потом погода стала супер. И, наверное, это уже последние теплые деньки осени, потому что ночью холодно, туманы, ездить надо аккуратно. Вон наша скала, и Света не может успокоиться, она сеет траву. Мы купили сегодня, достаточно дорогую траву, дорого, друзья. На следующий год, да, посмотрим. Сколько этот пакет стоил, Света? Один пакет 75 лев. 7,5 килограмм, 75 лев. Ну, наверное, она одна из самых лучших. Светка долго выбирала, смотрела. Она универсальная для солнца. Она универсальная для солнца, универсальная для всего. Мы сначала заказали... Хорошая компания. Нашли ее в интернете, но нам позвонили, сказали, что... Сначала доставку не делают, потом нет. Мы, Светка, села в интернет, в Гугель, наш любимый Гугель, и посмотрела, что в практике Великотырного есть. Осталось два пакета этой травы, мы быстренько сели. От нас до Великотырного здесь очень удобно, где-то 33 километра, и он... И вон сеятель наш Светлана, как в старые добрые времена, рассыпает семена травы. Чем бы дитя не тешилось, только бы не плакало. Свете скучно, требует все время трактор. Теперь требует... Что ты там требуешь, Светочка? Плуг. Плуг, во, плуг. Плуг с фрезой. Плуг с фрезой она требует. Ну, я думаю, что придется, наверное, купить какой-то железный плуг, привязать меня или бамбу. И потому что вот там дальше в огороде у нас очень-очень плохие корни. Нужно брать фрезу. А так, смотрите, участок подготовлен. Ну и на следующий год мы идем к парковой зоне. И вот... Сажаем, короче, траву. Точнее, не сажаем. Света сажает, а я, так сказать, наблюдатель, да. Ну, потому что с меня-то, господи, какой с меня прок-то? О, смотрите, наша гора Скалску, прекрасно. У нас ступенечки есть. Теперь у нас ступеньки. У нас прекрасный подъем. Дело движется. У нас лампы стоят. Ну, все, через весну, я думаю, что все будет кстати, здесь. Мы сегодня видели игрушки на Новый год. Да, кстати, были сегодня в практикере, были в метро. Ну, господа, Болгария полным. Вон, Светка, смотрите. О. Крестом. Да, крестом, крест-накрест. Ну да, ну что, человек, он пахарь, ну, сеятель. В прошлой жизни, наверное, Света была... Крестьянкой, да, да. Вот. Прошлая жизнь, Димон. Да, вот вернулась в прошлую жизнь. Сходит, сеет, довольная. О, наш, так сказать, монстр. Кто-то, да, свалила куда-то, пришла мокрая. Вон наши еще монстры бегают. Люся, Маруся. О, купили сегодня тазик. Тазик для уток, потому что уткам надо где-то купаться. Долго искали этот тазик, и сегодня в практике за 22 лева нашли. А раньше видели за 29. Вот это наше патио перед домом. Мы еще им не занимались, точнее, это грушевое дерево. Груши уже все упали. Светка здесь очищала. Это лоза. Ну, на будущий год у нас будет, конечно же, виноград, естественно.
это дерево айвы, это айва, это, а что это? Это, по-моему, черешня, да, черешня. Ну все, господа, друзья, посевная сейчас нет, точнее, Светка посадила какие-то, вот что это, смородина, это еще смородина, где-то посадила зимнюю клубнику. Ну, в общем, процесс идет, будни, быт. Да, то, что хотел сказать, полностью идет подготовка к Новому году. Ну, ребят, роскошные, просто роскошные новогодние подарки. В Израиле даже такого рядом выбора нету. И елки, можно купить уже живые. Я видел елки по 35 лев невысокие, видел по 70 лев живые. Ну, пока, в общем-то, рановато. Это клумбы, смотрите, Света сделала клумбы из камня, который у нас был. Вот. Что-то туда посадила. Вот еще клумба. Вот. Иним, щавель и клубнику. Да, это инжир, щавель и клубнику. Вот еще клумба, смотрите. Все Света делает своими руками из нашего камня, который есть у нас на участке. Поэтому не выкидываем ничего. Он за забором у нас куча песка. Он там Люся бегает. Щебенка. Щебенка за забором. Вот как-то так. Ждем дождей. И тогда уже будем, так сказать, будет грязно. Потому что уже после дождя здесь было, конечно, грязнотище, господа. Здесь спуститься было на участок невозможно, потому что все прилипало. Ну вот скоро на днях будут дожди. Будут дожди, уже можно на огород пригласить вот эту фрезу, которая там все вспорит, перемелит старые корни, и Светка сажает картошку. Мы уже купили клубни. Ждем, когда они прорастут. Ну, вы знаете, господа, если Светлана в Израиле в песке смогла вырастить молодую картошку в Израиле, ну, она, только она знает, сколько она сил вложила в землю, поэтому здесь у нас будет роскошная картошка и многих сортов. Ну, разбери, ты знаешь. Света, она имеет диплом агронома, фермера и инженера. Эти дипломы ей уже вручили здесь. Так что у нее 3 образования. И не последних. А у меня только одно образование – кулинар. Я с утра сварил роскошнейший бульончик из хорошей, друзья, курочки. И вы представьте себе, когда здесь варишь бульон, господа, есть пена, есть пена. Последний раз, когда я варил бульон в Израиле, пены просто не было. А здесь пена, белок, все нормально. Сейчас закончу видео и пойду куплю бутылку большую пластиковую пива. А зачем? Нет, пить я его не буду. Я буду делать буженину. Вчера нас угостили отличным рецептом. Буженина в пиве. Были у друзей наших. И сейчас я купил кусок шеи в метро. В метро я купил шею по 7,90 за без кости, по 7,90 за килограмм. Отличная цена. И сейчас я ее замариную. И завтра буду уже запекать ее в духовке. Так что нам не скучно. Я уже сделал салат оливье. Сейчас еще сделаю сырный салат с нашими домашними яйцами. Сыр, яйца, майонез, немножко чесноку. Это будет у нас такой ужин. А буженинка уже будет завтра. Так что, друзья, мы не скучаем. Я вам рассказываю по мере возможности, что у нас происходит. Ну, просто сегодня классная погода. Вот даже приятно снимать на улице, потому что плюс 16. Ну, скоро закат. Закат уже рано. 4.20, 4.30 уже темнеет.
Хорошего дня, друзья, хорошего настроения. Шелихом йом тов, йом наим. Говорим. Have you nice day, my friend. Хубав день.